Сегодня редакция «Жести» подвела итоги конкурса на лучшее зрительское видео. Победитель сентября – Элиза Григорян. Она стала очевидцем пожара в частном секторе. Как мы рассказывали, в центре Омска загорелись баня и сарай. Жертв удалось избежать по счастливой случайности. Хозяйка дома вместе с детьми в этот момент ушла в магазин. Элизе удалось не только снять полыхающий дом, но и узнать подробности у соседей погорельцев. Я шла мимо, увидела, как горел сарай. Оказалось, что в этом доме живет женщина с детьми. Но, слава богу, в это время ее не было дома. Ну, у меня в кармане, в сумочке, был мобильный телефон, поэтому мне удалось снять такой кадр и отправить в конкурс. Не ожидала, что пригласят. Элиза сработала как настоящий репортер. За это от нашей программы она получает денежные и сладкие призы. Кстати, стала известна официальная причина того возгорания. Вот как ее комментируют в МЧС. Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Вы тоже можете стать соавтором жести. Присылайте свое видео на нашу электронную почту. Не забывайте в письме указывать номер контактного телефона. В конце месяца традиционно подведем итоги. За интересное видео мы заплатим.